В Новой Трёхгорке проживают преимущественно молодые семьи с детьми. Их волнует вопрос, где ребенок сможет получить среднее образование. Именно поэтому в числе первых вопросов участники обсудили строительство школы. По словам представителя компании-застройщика Urban Group, первоначально на месте школы планировалось возвести детский сад. После обсуждения жителями было принято решение построить там школу. Проблема в том, что участок выделяется под нормы детского сада, а школа требует более сложной инфраструктуры. Первоначально было решение музыкальной школы, но потом в свете того, что администрация обратилась к нам как бы расширить этот вопрос, значит, мы перепрофилировали ее в школу искусств. Андрей Иванов отметил, что застройщик поступил некорректно, когда в одностороннем порядке, не учитывая мнения жителей, принял решение о строительстве важного социального объекта. У нас все, что происходит в Трёхгорке, обсуждается с жителями сначала, как, собственно, и в других микрорайонах. Вы тоже этого не сделали. Поэтому все, что вы сейчас принесли, этому не быть, пока мы вот эти процедуры с вами не проведем. На повестку также был вынесен вопрос о строительстве храма на месте существующего паркинга на улице Чистяковой. По словам жителей, храм важен для микрорайона, но и потеря парковки будет критичной. Инициативная группа предложила 3 локации, куда можно перенести сооружение без ущерба для инфраструктуры и прихожан. В ближайшее время состоится расширенное обсуждение, по итогам которого будет принято решение, в какой именно точке начнется строительство. Волновал жителей вопрос модернизации детских площадок. В ряде случаев они пришли в негодность, а часть из них рассчитана на совсем маленьких детей. Глава района пообещал, что в ближайшее время будет составлена дорожная карта по модернизации детских площадок и благоустройству территорий. Андрей Иванов считает, что диалог с жителями очень важен, когда идет речь о благоустройстве и строительстве на их территории. Встречи с инициативной группой Новой Трёхгорки стали уже традицией и помогли решить много спорных вопросов. Глава также заверил, что эта практика продолжится и в дальнейшем. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».